вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу про очень прикольный трюк. Лучше посмотрите мой пример. Она как и на Android, так и на iPhone. Для начала зайдем в лайк. Выберем любимую музыку. Я выберу вот эту. Поставлю телефон на штатив. И снимем то, что мы сидим на стуле. И танцуем. Давайте же это снимем. Аккуратно сохраняем как частное, не дергая стул. Теперь снимем вторую часть нашего видео. Включаем эту же музыку. И снимаем, что мы стоим возле стула. Тоже танцуем. Можно показывать что угодно, а потом мы подвигаем стул или руками, или ногами. Давайте же это снимем. Тоже сохраняем как частное. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, нажимаем Media, All. И выбираем наше видео, где мы стоим и двигаем стул. Вот оно. Нажимаем на галочку. Добавляем Layer, Media и добавляем наше второе видео, где мы стоим уже на стуле. Вот оно. Нажимаем на галочку. Увеличиваем видео до нужного размера. Теперь выбираем наш слой, нажимаем маска, включаем и выбираем квадрат.
Выставляем этот квадратик так, чтобы не было видно стула. Ползунком размоем края. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Ненужную часть в конце обрежем. Теперь мы здесь разрежем видео и уберем хромакей красного стула, чтобы казалось, что я парю в воздухе. Подстроим ползунками, чтобы убрать тень. Теперь обратно нажимаем на лейер и нажимаем эффект. Я хочу выбрать вот этот. Увеличиваем его на все видео. Теперь наш слой листаем в самое начало и продлеваем на все видео. Если вам все нравится, то сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт». Подождем, пока оно загрузится. Еще раз на стрелочку и «Сейв видео». Все, наше видео сохранилось. У тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. И как же без наших приветиков? И повторюсь еще раз. Если вы не получили приветик, то не надо расстраиваться. Я вам передам в следующем видео. А сегодня я передаю каналам. Александрова, Алексей Папиш, Амина Аманжолова, Анна Лол, Аня Икс Макс, Арина Казумбек, Арина Полежаева, Beautiful Slime, Дарина Стик, Даша Панда, Даша Сикетти, Диля, Елизавета Гейн, Жан Сауль, Ирина Федук, Камка Абамка, Карина Крисма, Карина, Куралей Жумабекова, Лиза Мини Маус, Лиза, Лизунгай, Майя Махотина, Марго Дэнс, Марен Владимир, Мисс Милашка, Мисс Русалка, Олена Ведерка, Просто Ника, Сашка Гиль, Светик Лав, Синтик ТВ, Слайм Коум, Смеш Стой, Салтан Визиров, Таля Лайк Тича, Толганай Бро, Томик Кадырова, Томка ТВ, Топ Мьюзик, Уля Лав, Шоколадка, Элизада, Юникорн Алинка, Яна Рей, Яна Шахвердиева, а Алина Казакова, Анастасия Папиш, Анастейшн Стрис и Соня Кэт. И Мария Котик попросили передать сердечко. Ловите быстрее! Ксения Рэй, Нюша Ши, Олег Кондратьев, Степан, Ульяна Вау попросили передать снежинку. Ловите! Приветик вам всем!
мальчик, вот его аккаунт, и давайте смотреть. Не хочу больше думать о тебе, не хочу даже вспоминать твои глаза. Не хочу, но эти мысли в голове. А ты я, ты я, ты я. Не хочу больше думать о тебе. Не хочу больше думать о тебе. Не хочу. У тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. Пишите хэштег Снежана Снежок, чтобы я могла вас найти и лайкнуть. Всех люблю. Пока-пока.